Собаку зовут Паштет. Собачка, иди сюда. Айда сюда. Айда. Хозяин разрешил. Айда. Айда. Только нельзя кусаться. Максима Алексеева в Вензелях каждая собака знает. В прямом смысле слова. Ветеринарный врач здесь один на 12 тысяч жителей. Попроведывать хвостатого паштета он приезжает уже второй раз за день. Ночью дворнягу покусали бездомные псы. Приехал, обработал, поставил антибиотики обезболивающие. Шить ничего не надо, потому что просто такие прокусы. Это айболит в сказке Чуковского спешил на прием верхом на волках и китах. Современный сельский ветеринар передвигается со скоростью 60 км в час на белом медведе. Так он назвал свой ветсервис. В день до 10 вызовов, плюс приемы в клинике, ушибы, переломы, отравления. Деревенские домашние животные болеют не меньше хозяев. А самые заботливые приглашают доктора даже на профосмотры любимцев. Когти как у совы. Надо стричь вовремя. Поросятам тоже подстригать? Поросятам не надо подстригать. Маникюр кролику Николаю входит в счет вызова. К тому же пациент породы белый великан особенный. Несмотря на то, что живет на трех лапах, свои обязанности на ферме при психоневрологическом интернате выполняет исправно. Крольчиха Рахимовна от него принесла уже 22 малыша. Этим всего месяц. Все нормально вообще. Как говорят, настоящий мужик. Кролик и все 17 петухов здоровы. Поросятам поставили витамины. А осмотр этой курицы показал. Ей место только в супе. Ожирение может быть? Или... Так он... Нет, у нее, смотрите, все... Ногу это наступили, наверное, да? Сломано у нее. Сегодня операций, родов и кастрации в графике нет. Хотя у доктора в чемодане лекарства на все случаи жизни. От наркоза до зеленки. На любую операцию, на любой вызов, хоть курицам, хоть к поросенку, хоть к лошади. Здесь есть все. За 8 лет работы он лечил страусов, настоящую рысь, сову, одного волчонка и даже оказывал помощь лисице. Он на ногах 24 часа в сутки. Конкурентов в Вензелях нет, но нет и выходных. Если кто-то в поселке сидит без работы, айболит Алексеев мечтает отдохнуть. Ну что ветеринару для счастья не хватает? Чуть-чуть побольше свободного времени. К тому же его дома ждут свои. Арнольд, Сара и просто кот. Анастасия Лизаревич, Алексей Красных. Тюменское время.